Всем привет, это Таня Матания. Я сегодня решила сделать свой отзыв о сковородочках. Вот такие вот тип вальпские сковородки у меня появились со съемной ручкой. Очень хорошее, конечно, решение, но все-таки в эксплуатации появились свои тонкости, о которых я бы хотела рассказать, потому что ну, кто-то в подарок захочет, кто-то загорится. Я, например, очень давно искала такие сковородки, у которых отстегивается ручка, при этом они были хорошей фирмы. У меня до этого была такая сковородка, она была керамическая, но со временем у нее вот это покрытие керамическое стало ну, немножко отслаиваться, то есть прям как бы откалываться. Но мне сама эта сковородка очень долго она мне служила, она мне нравилась, и у нее была именно съемная ручка. И я привыкла, что у меня у сковородки съемная ручка. И я искала очень долго ей замену. Я находила либо тонкие сковородки, то есть, ну, у них вот реально дно очень тонкое, и меня это не устраивало. Я все время думала, ну, хоть бы какой-нибудь хороший производитель, чтобы капитальная она была тяжелая, хорошая, чтобы действительно она меня устраивала, выпустил бы, наконец, такие вот сковородки. И вдруг я случайно, мы ходили за одним товаром, увидела, что у Тефали появилась вот эта линейка. У меня вот такие глаза загорелись. Мой муж как раз, мы с ним гуляли, он увидел, подметил. И на Татьянин день он мне подарил сковородки. Я обалдела, что это тефалевские сковородки, потому что, ну, в принципе, на такой праздник обычно какими-то мы мелкими, там, мы просто тортик могли там поесть, то есть у нас не такой подарочный этот день, но ему очень хотелось меня порадовать. И я ему сказала, я говорю, нет, это очень круто для Татьяниного дня, может, это на 8 марта, но до 8 марта не долежит. И мы так решили, что к 8 марта он мне купит крышки к этим сковородкам, потому что, в принципе, в принципе, крышки нужны, и они не очень дешевый такой вариант, то есть это был такой долгий играющий подарок, и который я как раз к 8 марта успела доэксплуатировать, дотестировать, и сейчас вот, когда у меня крышечки появились, я поняла, в чем вот здесь вот ну, такие нюансы, которые бы я хотела рассказать. Потому что в той сковородке, когда я ей пользовалась, к сожалению, не могу ее показать. Я уже ее отправила на свою съемную вот квартиру. То есть, ну, как бы туда ее переселила, там тоже нужна посуда. И вот показать прям вот то крепление, которое было в той сковородке, я не могу. Ну, вот просто повесьте мне на слово. Значит, как здесь сделана система? У Тефаль, я сейчас полегче возьму, значит, две сковородочки, ну, у меня поменьше, побольше, вот такой высоты, видите, крышечка как бабочка, и на две сковородки один съемный, ну, вот этот вот рычагочек, да, видите, вот он так сделан, у него такая защелочка, на которую вы нажимаете, и... Казалось бы, очень умная такая система, да, но я начала эксплуатировать, в чем же, значит, здесь загвоздка. Вот эту маленькую сковородку для чего я хотела? У меня есть отдельно блинная сковорода, но я всегда пеку блины на двух сковородах. То есть вот мне нужно, чтобы было... То есть у меня такая конвейерная. И поэтому мне нужна была вторая, такая универсальная, то есть одна блинная, а вторая, которая будет и там для яичницы, и для чего-то, и для блинов в том числе, то есть, ну, как бы более универсальная модель. Поэтому вот это вот я активно тестировала на масленицу. И механизм, когда я вот начала печь, он себя повел следующим образом. То есть, когда вы пекете, то когда вот постоянно, да, что-то, то есть, если вы, например, готовите, жарите курочку, котлетки, то вам ручка как таковая не нужна. То есть, только когда вы переворачиваете, вы можете надеть и перевернуть, допустим, и опять ручку убрать. И она вам не мешает, случайно вы не скинете сковородку, потому что когда маленькие дети, вот как раз отстегивание ручки очень удобно, потому что дети за ручку задевают, а сковородка слетает, то есть, ну, всякие бывают моменты, именно поэтому мне было удобно как раз вот у меня дети, что это более безопасно, на дальних конфорках ты жаришь, и чтобы ручки не было, то есть это вот одна из... И, конечно, хранение, да, для чего вот нужно, что хранить без ручки, конечно, сковородки удобнее, поэтому я вот просто обожаю, когда ручки отстегиваются. Так, и что же у меня получилось? Но когда пекешь блины, то ты эту ручку из-за того, что ты постоянно
сковородку снимаешь с плиты, блин, переворачиваешь, да, то есть вот этот вот, вот момент, тесто тебе нужно налить, то есть у тебя сковородка, как бы она все равно передвигается. И ручку снимать в таком случае не очень удобно. Что ж тогда происходит? А происходит то, что она начинает нагреваться. Она реально нагревается. Причем, вот, вы знаете, у меня у той сковородки был механизм, и я поняла, в чем дело. То есть у меня был механизм такой, то есть у меня вот здесь у нее был такой набалдажничек, и не к самой сковородке присоединялось вот это открепление, а к этому набалдажнику. И получалось, что он вот это вот тепло гасил, и у меня никогда не было проблемы, что та ручка греется. В этой ручке я сейчас вам реально ее как бы покажу. Вот, у нее металлический вот этот вот стержень, вот эта часть металлическая. И внутри механизм, ну его сложнее рассмотреть. И получается, вот этот металл, который к сковородке прикрепляется, он передает вот этому металлу тепло. И реально, реально жарко. Причем вот, вы знаете, вот иногда я думаю, все иногда в мире вот что-то изобретено. Не нужно изобретать то, что уже изобретено. Вот, вот в русских сковородках были чопики, знаете, такой чопик. У моей бабушки он был, и он веками служил. И у него была вот эта система, что идет металл, и ручка всегда деревянная. Никогда чопик был не горячий. Я из печки сама вытаскивала в детстве пирожки, которые баба вот этим вот, значит, чопиком из сковородки. И никогда не было вот этих вот проблем, что ты вытаскиваешь. И он фактически, и там не было никаких сложных механизмов. Он был, ну, я не знаю, где-то вот я найду вот эту вот фотографию этого чопика, да, как, чтобы вы представили. То есть там была простейшая система присоединения. Она вот так вот присоединялась там к любой сковородке, и чугунки, и сковородки вы могли хватать. Вот для чего вот этот вот сложный механизм, что нужно нажать на кнопочку. Знаете, это вот красиво, но в реальности это вот первое, значит, неудобство, что он греется. И второе неудобство состоит в том, что вот сюда, вот сюда, вот понимаете, вот я специально, вот видите, вот ее нужно вот сейчас чистить, видите, вот здесь вот нагар. Ну ладно, это я почищу, я специально, чтобы вы видели. То есть фактически вы опускаете в масляную среду. Ну то есть у вас все равно на сковородке жир выделяется и от того, что вы жарите, и вы можете доливать жир на сковородку. И этот жир, зараза, он же в эту щелку-то попадает. Вот как туда залезть, вот это вот, представляете, то есть это уровень пальца, это я туда буду, он же будет потом запах образовываться там со временем. То есть я должна вот сюда вот это вот залезть, понимаете, и нету возможности у меня вот это вот выдвинуть, чтобы хорошенько там все промыть. И это на самом деле не маленькая проблема, потому что с тем механизмом, который у меня до этого был, он там вот так вот крючком подцеплялся, я не чувствовала этих проблем. То есть он был по-другому организован. Поэтому на первый взгляд это прям вау, и я была вот с такими глазами довольна. На второй взгляд мне оказалось, что ах, ёшкин кот, ну чё ж вы, для чего вы вот это вот металл-то сюда вставили? Ну, для того, чтобы Тефаль здесь написать. Ребята, я обожаю Тефаль, я считаю, что вы одни из ведущих там производителей, которые держат хорошую качественную продукцию там и так далее. То есть мне действительно нравится Тефаль. Ну, ребята, ну, вот, она греется. Кроме того, что она греется, она еще заляпывается, ну, потому что, вы понимаете, то есть вот эта вот красотень, вот эта вот металлическая вставка, ребят, ну, не делайте. А та у меня была полностью, она пластиковая, поэтому, может быть, я не чувствовала. То есть вот эта вот металлическая вставка, она портит весь вот этот вот, все ощущение от хорошей сковородки, потому что ты действительно, если у тебя осталось там, да, ты можешь не обязательно там отделять, то есть, ну, оставить и жариться, да. Следующий момент. Вот эта вот пластиковая вставка. Вот, видите? Значит, она начала пахнуть. То есть сковородка греется, и вот этот вот пластик от соприкосновения со сковородкой, он пахнет. Он реально пахнет. То есть, он, я не знаю, он со временем растает, не растает, расплавится. Но мне кажется, что он будет подплавляться со временем. И это не есть хорошо. Дальше, следующий момент. Следующий момент – это крышки. Значит, я возьму побольше сковородку, потому что вот когда маленькая сковорода, вот эта, ну, что вы на ней обычно жарите? Ну, что обычно жарите? Ну, вы можете там яичницу, там, да, на маленькой сковородке, блины там, да? То есть что-то такое небольшое. И, в принципе, крышка как таковая, вот к такой мелкой сковородке, ну, она, ну,
Что есть, что нету. Не особо. Ну, конечно, лучше бы, чтобы она была, все равно там прикрыл, там, чтобы убрать, допустим, даже если что-то там остатки. В общем, все равно хочется, чтобы крышка была на сковородке. Большие вопросы вызывает вот такая сковорода, потому что когда есть разные способы приготовления, то есть, если вы жарите и хотите зажарить, я так не люблю, то вы крышкой практически на сковородке не пользуетесь. То есть, как бы, принцип вот этого закаливания, это разница температуры, из-за чего вот зажарка происходит. Если вы хотите, чтобы у вас было что-то мягкое, нежное, без вот этой зажаристой корочки, вы используете крышку, она позволяет вот как бы тушить, да, то есть вы тушите, у вас такой процесс тушения. Значит, в чем особенность этой крышки? Во-первых, из-за того, что у вас вот эта вот съемная вот эта ручка, то здесь есть специальное отверстие, видите, для того, чтобы присоединять, то есть вот... Вы присоединили, вот вы берете ручку, видите, у нее вот здесь вот на краю специально сделана такая выемка для того, чтобы у вас, значит, вы смогли спокойно при закрытой крышке продумать, казалось бы, да. При этом у этой крышки нету отверстия на самой крышке, то есть, знаете, вот для отвода лишнего пара. Оно вот с этой стороны, вот с этой. И вот теперь представьте, то есть обычно, когда вы тушите, вы поворачиваете вот это вот отверстие в ту сторону, которую вы не хотели бы, чтобы, ну, чтобы в пар был в ту сторону, в которую безопасно. То есть, ну, вы разворачиваете к стене. А теперь вот вы убрали крышки, и пар сифонит с двух сторон. Вот вы представляете, то есть вы туда-сюда ее крутите, но так как у вас два отверстия, то пар-то будет идти и в ту, и в другую сторону. Понимаете? Вот это вроде казалось бы мелочь, но не такая-то и мелочь, потому что вы поставили вот так, и сюда сифонит. Потому что где это отверстие, причем больше. И вот этот вот пар, если вы там, значит, в соусе в каком-то, он сифонит. Потому что в маленьких крышках, которые вот вы в обычных, там маленькая дырочка, да? То есть, чтобы пар оставался внутри, и никаких вот этих, значит, отверстий не было. А их здесь два. Причем это вот маленькая, да? То есть, тушить, значит, невозможно. Дальше. Плоскость этой крышки. Значит, плоскость крышки, она сделана для того, чтобы вот вроде как бы компактность. Вроде как бы компактность, но я попробовала пожарить. Я, в принципе, очень мало жарю. Ну, очень мало. В основном я либо тушу, либо там в духовочке запекаю. Но все равно котлетки я могу пожарить, там могу. Значит, вот этот плоский вариант крышки, значит, из-за того, что вот... Вы другую крышку не можете подобрать с одной стороны из-за того, что у вас вот этого отверстия нету. То есть при присоединенной ручке вам другую крышку нужно будет снимать, присоединять ручку, да. То есть вы понимаете, что к этим сковородкам вы купите только фирменную крышку. Это и есть хорошо, и есть вот такая проблема. Но крышки только плоские. И я курицу, обыкновенные бедрышки положила, закрываю сверху плоской крышкой, и она до конца не закрывается, потому что они прям реально торчат. Обычно крышечки на сковородках, вот плоские крышки, это вариант кастрюль. Ну, то есть кастрюль большая, вы закрыли, и все хорошо. Вариант сковорода, крышка, вот у меня, кстати, на сотейнике тоже плоская крышка. Но у меня сотейник-то высокий, а сковородка-то узкая вот эта. Понимаете? То есть я там на сотейнике, когда я тушу, там, допустим, что-то в соусе, то... Я плоской крышкой отлично закрываю, и у меня все нормально. Но если сковородка маленькая, ну, как бы форма сковороды, да, то есть не такой вот, видите, высоты. Реально курицу закрываешь, и крышка плотно не закрывается, и у вас вот этого тушения нет. То есть просто курицу пожарить. Вот, то есть только котлетки вы вот так вот закроете, понимаете? Или куриную грудку, которую, или отбивную, то есть, понимаете? А просто курицу уже жарить в ней неудобно. То есть я бы к этой сковородке, если бы была возможность, но ее сейчас нет, купила бы крышку-то выпирающую. Но это вроде. Но сейчас зато мне удобно ее хранить вместе с крышкой. То есть я вот сковородку вместе с крышкой сейчас убираю. Как я организовываю вот это хранение, у меня пока на блоговом канале только вышло. Скоро я соберу и на этом, на позитивных идеях тоже соберу вот такое видео. Поэтому при всем моем восторге от этих сковородок, я очень рада, что они есть. Ну, реально, ребята, вот очень много вот таких вот
нюансов, которые, может быть, вот сама идея хорошая, но я считаю, что она требует доработки. То есть, ну, требует доработки в том, что все-таки меня бы не напрягло, если бы вот вы чуть-чуть подумали вот про вот как это чистить, что это греется, и что реально как бы вот этот вот механизм, он сложен, но я надеюсь, что он прослужит долго, потому что я там внутрь заглядываю, а вроде как надежно, но когда будет туда масло забиваться в этот механизм, посмотрим, как у меня будет, потому что я говорю, у меня там в прошлый раз был простой крючок, и он мне служил там, сколько интересно, лет мне служил, долго, очень долго, если бы она вот уже у меня не была такая покоцанная. Я ее даже в последнее время не мыла, потому что, знаете, иногда равнодушно относишься к сковородке. Эти сковородки, я сейчас, они новые, я их там намываю и там и берегу, и прям очень-очень довольна, что они у меня новые появились. Но, тем не менее, я рассказываю, потому что в основном, конечно, тефалевские сковородки – это подарочный вариант. Я думаю, что если мужчина подарит своей даме, то она будет в восторге так же, как и я. Но если вы собираетесь сами покупать, я не знаю, сравнить, я просто не знаю альтернативы сейчас. Я надеюсь, что производители будут увеличивать возможность выбора. Напишите, если вы знаете альтернативы вот таким вот подобным системам, и что она вас устраивает, и что вот нет таких проблем, про которых я рассказала. Это Таня Матанья на канале «Позитивные идеи». Вот такой обзорчик я хотела вам сделать. Раньше, чем 8 марта, я не могла сделать обзор, потому что кто-то, наверное, делал подарок в виде таких сковородок и не знал вот о таких нюансах, которые я сейчас рассказала. Поэтому выбирайте, и если вам будет интересно, я расскажу, как ухаживать за такими сковородками, напишите в комментариях, было ли вам интересно вот такой формат видео, потому что, ну, вот как ухаживать, потому что у таких сковородок есть, конечно, особенности эксплуатации, я пока не сейчас новые, я их прям трепетно-трепетно все исполняю, и они у меня чистенькие, в хорошем состоянии. Пишите свои комментарии, свои отзывы. Это Таня Матанья на канале «Позитивных идей». Надеюсь, мой отзыв был для вас полезен. Всем пока!